Во-первых, социалистической идеологии нет. Есть метод построения общества – социализм. Во-вторых, нас Ленин в 1906 году предупреждали. Никогда, ни при каких обстоятельствах большевики не должны делать никаких союзов социалистов. Потому что более предательств, более подлых людей, чем социалисты, не бывает. Как говорится, об этом Ленин в интернете написал. Да. Да, написал полное собрание сочинений.